Фиолетовый это, соответственно, один. Что-то, блядь, соединение долгое, сука. А, кусочки, да. И что тут делать? Че, все так. Ну, короче, там, блядь, будут идти волны, а ты обороняешься. Все, жить готов. А, все, могу нажать готов, да. Да, там зданица будет, там можно апгрейды делать. Там есть два апгрейда на башне, их не делай, потому что они не работают, блядь, по-моему. Ну, они работают, ну, как-то криво, короче. Говорится, недопачено. Такая ну, да, бета-версия. На костылях еще как-то работает. Леонард, шпиль готов. Волшебная кнопочка, давай. А твоя страховка предусматривает нападение гигантского робота. Кто проебет? Мы проебем. Но все-таки надо тебе сменить желтый кругляшочек на зеленый на карте, на мини-карте. Ну да надо. 30 лет прошло, такой до сих пор желтый кругляшочек, блядь. А может я дальтоник? Ну зеленый ты видишь. Ну да. Так, берите этих механических рудокопов, потому что тут нет смысла конкурировать за реликвии. Тут машина снабжения есть. Какой это какого цвета зеленый? А будет такого цвета? Он зеленый, да? Угу. Короче, я буду захватывать тогда голема и стан, раз они будут тащить. Окей. Выкупать будешь город центральный или нет? Конечно, буду выкупать, ты чё? Знаете, о чем подумал? Надо было кто-то из нас квотлов взять, чтобы ковчегами снабжать их. Ага, да. Надо, надо. Тут только звенище может. А что, будет на вот этой карте все города нужно именно выкупать. Кстати, агент и Войт, вы свои войска, которые у вас стартовые, ведите на центр. Только город не захватывайте, а перед городом поставьте войска, потому что первые волны будут посередине шить. Ну вот знает. А я своими войсками пошел, блядь, захватывать наши эти бонусы. Ну, Кирилл-то может какую-то хуйню сделать. Да, и не спорю. А что, ты выкупил? Он знает хотя бы об этой карте, да? Смотри, Войт, лабораторию надо ставить, вот у тебя есть промышленное уничтожение. У нее период восстановления больше 1 минуты. Вот когда она уже откадешиваться будет, когда 30 секунд, тогда только лаборатория. Потому что сейчас ты 50 тимония потратил, чтобы плюс 10 прирост сделать. Лучше тратить это там на шахты рудокопов поначалу. Пацан, только не трогать, не захватывайте центральный город. Передний. Самый передний. Сейчас сотка накопится, третий торговый. Ну-ка, вот так сделать, кстати. Чуть вперед меня встань, чтобы я урон получал. Я попробую вот так стоять, чтобы... Агейт, ну чё у тебя там один отряд стоит? Возле столицы. Блять. В смысле? Ну вот у тебя столица, там отряд стоит.
Короче, да, пацаны, вы там двое на центре тащите, а я захватываю всю хуйню. Давай, давай. Кстати, ладно, поясни, какие города должен этот агент захватить, чтобы он просто не подумал, что я там все должен захватывать. Какие города? Ну, вот слева, типа, ну, с левой карты. А, ну, понятно. Кстати, агент, к 10 минуте надо поставить у себя телескоп и направить его на вот этот траншею, которая перед твоим главным городом, по которой будут враги идти. А вот это я могу уже забрать, да? Вот эту херню. Ну, типа, можешь. Ну, короче, кто первый из нас выкупит, тот и молодец. Главное, мои города не пизди. Окей. Героя можно было позже сделать. Неплохо, интересно. Потому что сама выкупится. Вся эта херня. Чего вообще как будет не купить? Ну, оно влево уводит. Блин, какая-нибудь... С чем ты торгуешь, блин, идиот? Я думаю, с чем караван торгует? Он с моей имперской обсерваторией, блин. Слышите, он влево увел войско. Ну ты так сильно не подсказывай. Блять, я же ничего не смотрю, я через телескоп увидел ваш. Типа я вижу все то, что видите вы. А, смотрите, что нашел. Я вот так одновременно поставил телескоп. Сейчас будет пранк на кашке, опа. А, кстати, тоже лучше. В смысле, это что это значит? Кто хранит? Агент, ты готов к пиздецу? Я всегда готов к этому пиздецу, да. Я не чувствую, что готов. Мне вообще хотел пранк Ну, у тебя войска не стоят, они пизды сейчас даст. Блять, ладно. Не ведут туда, блять, сюда. Какой ресурсный потенциал, блять. Не надо мне ресурсный. Так, нет. В столице надо военный район. Ну, можно и так. Этого куда собрались? А чё казармы так далеко вы? Чтоб не убил их. Я там еще потом поставлю поближе. Я их превратить хочу. Куда вы собрались, блядь, пидорасы? На. Где Уэйда, блин? К моим шахтерам, скотина, блин. А зачем ты тучу дал? А чего дожи это не посоздавали? Тут же Джаком снимали. Я дожи просто взял, чтобы... Тут просто у Джаком из первой способности она заражение темного стекла снимает. Я знаю. Многовато районов военных. Поставил. У меня походу наоборот торговых полно. Ай, военные. Это правильно. Сюда будут. Город подзади где-нибудь поставлю такой, чтобы это был научный. А где-то что у тебя как-то этот? Блять, у всех уже по три города. Блять, они что, чистые на шахтерах, а говорят, что ли?
Они на моих шахтеров, что ли, чисто агрится, не понял. Но он сам ими управляет. Блять. Красный. Чуть-чуть спасай меня и моих шахтеров. Что делать? А, сейчас покажу. Вот иди навстречу моим шахтерам и по жопе им дай, пожалуйста. Красный, вот там войска стоят. Да я знаю, блин, у меня планы были. Ладно, иду. Караван построил из зеленый. Да, да. Ай, по-моему. Мудака, смотри, а. Теперь он вправо идет. Такой, блин, это... Уводи шахтеров! Я увел. Блять, нет что ли? Блять, куда вы? Ну, выжил. Войт, уже почти 10-я минута. Начинай планировать бункер на своем, на своей стороне. Да там еще нормально. Пускай экономику пока развивает. О, мне тьму не дали. Ура. Строй торговые районы, Войт. Вот там у тебя город есть с одним районом. Там, блядь, у тебя под 800 голды будет, но это нормально. Потом, типа, калькулятор построишь, обменяешь. Просто сейчас тратить, блядь, в натуре некуда. Ну, город можешь выкупить, не знаю, если хочешь. Войт, это войска нормально расставь на центре, что-нибудь у тебя разбросанное, как хер по мячу. А там сейчас справа это войска идут. Ну и справа, и на центре. О, у меня есть паровая тряпка. Не, зря промышленная, да. Там дохуя войск сейчас подойдет, скорее всего. Да, вообще не туда. Ой, ты, ну, развивай экономику дальше. Караван и третий торговый. Ну все, пиздец начался. Войт, Войт, блять, на центре войска сформируй, поставь их чуть правее от города и жди, когда на нас нападут. Да его фокусят, типа. Да? Да. Бля. Понял, принял. Войт, забирай все свои войска и пиздуй к себе, я сам тут справлюсь на центре. Войт, я тебе там подарочек прислал, видел? Угу. Войт, а ты не того героя призвал. Ну, блядь. Сука, смотрю, что-то лагануло, нахуй. Призвался этот. Что, мне на руку взял? Топчи, топчи, Леонард. Войт, там у тебя на центре войска. За город их заведи, блядь. Сейчас ты их сольешь просто. Караваны построить, я думаю. И третий торговый народ. Так. Ко мне идет народец. Леонард, сделай пару перехватчиков, чтобы чекать эту хуйню. Какой-то. Да я вообще нихуя не успеваю, пиздец, блядь. Он, короче, их двоих фокусит, меня он не трогает. Блять, Войт, твой завод, блять, гасят. Иди спасай. Правая крепость. Это подъёрли, но назад. Эх, блять, Мадридов не присылает. Мадридов, блять. Ну я их Мадридов почему-то называю, чё-то отзад. Очень.
Залупа, эта карта ебаная, блядь. Так очко горится, ты хуйня. Говно ебаное, блядь. Хули они ездят туда-сюда, петухи. Ой, на центре забирай все свои войска и, блядь, защищай свою территорию. А, ну да, у тебя утомление хорошее, да? Куда ты денешь? Войт, Войт, они убегают, Войт! Хватай их! Петухи ссыкливые, сука. Ой, ебать, сука. Ой, блядь, там дерьмо льется на цель. Ой, блин. Ебаный в рот, нахуй. Такая хуйня. Похуй, блядь, вот, знаешь, я согласился на эту хуйню. Построю аэродром и перехватчиков там штук 6, блядь, а всю армию просто пизду и... Вой, ты опять сливаешь войска на центре, ёпта, блин. А что за фокат факторе? А, ну поставь, узнаешь. Ладно. О, ни хрена себе, прикольная вещица. Ну ее вообще надо на поле боя ставить, ну вот ладно. Ну типа она будет войска призывать какое-то время. А, ну я их поближе здесь поставил. Ну а потом уничтожить. А рандомные какие-то, да? Нет, механических. А, прикольно. Блядь. Я не успеваю нихуя, пацаны. Или успеваю? Успеваю, блядь. Там у тебя города. Все, Войд, Войд, куда ты пришел, Войд? Беги, блядь, к себе на фронт. Так, где, блядь, моя хуйня? Войд, строй и калькулятор. И все шахты. Нажимай букву N английскую и чекай все шахты, чтобы они лишние были. Все хуйня, Миша, давай по новой. Капец, это что там? О, черт. И агент, иди помоги справа. А, по центру, да. Да. Чутка войск тут оставь вот на этом фланге и попробуй крепость тут, вот, как ему, бункер построить на своем фланге. Бункер построил, у меня пока не хватает. А, блять, они уже пошли слева или это он сам? А, сейчас, погоди. Попроще слева ходить тогда. Войд, надо бункер строить, иначе все хуйня. Да, не успеет он достроиться. Дойдет. Поставь что там можно, блять, башенки, еще что-нибудь. И этот, у тебя там Pocket Factory в обсерватории. Поставь его. Калькулятор вязай там, улучшай или потом. А, куб головоломка. Так, погоди. Войд, завязай ресурсное преимущество по Леонардо, по его войскам. Ребятки, я в говне, у меня ресурсов нету. Так, я вот чуть-чуть отступлю, потому что у меня тут все построение. У тебя ты три каравана можешь построить, Леон. Ай-яй-яй, блин. Я вот про эти плюшки долбаные забываю. Ой,
роль героя призываю, там. Видите, строй, я не знаю, палатки. Как вариант. Да, это пиздец. Какой столетку вы где? Ёпана рот, сука, вот пидорас, блять. Высадил в говно, так-то. Так, так, а вот рот. Ай, блядь! Всё, приехали. Ёп, мою нахуй, блин. Короче говоря, симуляция, блин, Тины Трампа просто. А, у меня... А, ну тогда сейчас интересно будет. Ты заебал, сука, ебаный в рот. Ебаные, сука, фиолетовые петухи. Блять, а сам когда заходил, играл, там, блядь, пауков ты заводил, еще что-то. Ага, блять, в натуре. Не, ну он пока идет, он типа войска сливает. Так сливает-то сливает, как бы, блять. В смысле? Просто он в центре там. Экономику, я уже не он слил уже, блять, центрального, ну пока нас тут, блядь. Хули. Ну да, сейчас левая. Все, пиздец. О, мой восемь. Я думал, откуда мне тот солдат, я забыл, что после мы родились. Все, бульдозер подъехал. А это что такое? Бля, пиздец, ну это откуда? Это что за хуйня такая лезет? Да ёбаным загернал, чтобы ты не взял. Ну это ж пошло, но хотя бы пиздец. Не, я хуй знаю. Ну все, хуй тут еще делать. Ну пока что смотреть, как нас уничтожает. Ну просто, блядь, два нуба с синим. Надо вам да, играть за эту хуйню, блядь. Это буду не давить быстро. Это считай. Изначально надо делить армию на 3. И вообще, не, ну не делить, а то, что, блядь, как-то он и в центре же может пойти и с двух сторон. И вот эту хуйню надо чекать, типа, заранее. Так у вас телескоп, тебе как бы. Телескоп телескопом. Так получается, все, он прорвал сюда и все, уже ничего не сделаешь. Не до этого еще. Типа
типа, и, ну я типа, я не открывал карту у себя в Туманной войне. Я... Все, что вы видели, я тоже видел. И типа, блядь. Ну, это видишь, это на мини-карте, ты это можешь в другом месте смотреть, а мы в другом. На мини-карту. Ну и опять же, просто, блядь, слабо играем, вот и все. Ну я вижу, ты теряешь. Надо, короче... Когда у тебя избыток ресурсов, это значит, что ты не успеваешь что-то делать. Я не планирую, ну видишь, хуета получается, когда нападают, у меня все уже, блядь. Теряешь. Надо, да? Короче, вам с этим... Кирита, короче, обороняться с Леонардо, вот тогда нормально будет. Чё, давайте Кирита пускай завинчи хуярит тоже. Леонардо или... Да, там за Алину поиграть. А я за Алинов, нахуй, ёбаный урод. Только скажите мне, какой у него цвет, бля. Пошли туда паука, бля. Не, ну правильно, ну, вообще жалко. Вот, а, они там сливаются. В тылу. Ну да, да. По-хорошему, вот представь, если их видишь, если их накопить, штучки 3 там паучков этих, то вообще жестко они могут разъебать. Да нет, не в этом дело, сторону. Надо просто помогать на флангах им. Типа ты когда копишь их, остальные войска-то сливаются. А когда они там танчат, способности юзают, то урон принимают. Вот эти войска не копятся, копятся, и в итоге там пиздец происходит. Ладно. Ну шо, может давайте гладиатор? У меня нет ДК. Чё, давай Кирита за Винчи поставим. Давай. А ты также будешь наблюдать или будешь играть? Играть, наверное. Можно я в центре как-то поудобнее. Пацаны, к нам тут чувак зашел. Ну давайте, аборщим тогда.